Льготный проезд больше, чем для 20 категорий граждан. В Петропавловске ежегодно порядка 770 человек могут рассчитывать на бесплатный годовой проездной документ. Кроме этого, за проезд в общественном транспорте могут не платить люди старше 80 лет. Таких в областном центре около 5700, по области 7000. Ежедневно на улице Петропавловска выходят порядка 300 автобусов. Они работают на 26 маршрутах. Каждый год для улучшения качества пассажирских перевозок обновляется техника. В 2018-м автопарк пополнился 15 автобусами. В этом планируют закупить еще 40, 4 из которых будут приспособлены для перевозки людей с ограниченными физическими возможностями. Сейчас на линии 6 таких автобусов. Кстати, уже несколько лет стоимость проезда не менялась. Она составляет 80 тенге, для школьников – 40. Порядка 20 категорий граждан нашего города, различных категорий граждан, получают бесплатные, льготные, именные, проездные билеты. В данные категории входят общество «Союз Афганистан», общество «Союз Чернобыль», общество женщин-инвалидов «Асыл Ана», общество детей «Солнечный дом». Есть в данной категории лица малообеспеченные, есть многодетные матери. Также мы обеспечиваем бесплатным проездом жителей города, достигших 80-летнего возраста. Ежегодно проводятся акции, благотворительные акции, то есть 1 октября в день празднования пожилого человека. Пенсионеры у нас ездят бесплатно на всех видах транспорта. Значит, 1 июня день детей, день защиты детей, бесплатным проездом пользуются дети. 1 марта, в день благодарности, объявленный президентом нашей страны, мы тоже предоставляем бесплатный проезд всем пенсионерам нашего города.